Забыла слово. Забыла слово. When you can just be. Come on and give me some loving. Блин, я слова забыла. Раньше я, кстати, эту песню хорошо пела. Так, подожди, послушай эту песню. Подожди. Кажется, ты в прошлом году одевала эту кофточку, когда у тебя настроение было, и ты оделась ярко, чтобы настроение поднять. Не помню. Кстати, да, я помню, я села в Метрополь в гостиницу. Катюх, я уже постарела. Я уже, прикинь, какая тогда мелкая была. Сейчас я уже взрослая. Детка, ой, ни хрена себе, слушай, надо встретиться. А ты где живешь? Так, расскажите, пожалуйста, что за ситуация с Левченко, почему там Валера вообще изменялся, вообще что происходит, я вообще понятия не имею, он там что-то клялся, что он ее обижать не хочет, что это за бред, я просто не знаю, я ни разу не смотрела. Видно только облака, тебе на всех наплевать, и поэтому одна, я не буду скучать. Опять все забыла, с тысяч лет эти песни не слышала. Меня зацепила ты, в этом мире красоты не хватает пустоты. Пустоты, блин. Меня зацепила ты. Я один звук курю один. Меня зацепила ты. Не хватает ни хотя. Татушек, привет, привет, моя хорошая. Так, анекдот. Один у другого спрашивает, мол, почему у тебя изо рта воняет, а друг отвечает, может, мне в душу насрали. А кто еще, кстати, какие анекдоты? Не знаю, про первый. Что-то я не очень поняла, кстати, этот. Ну, хотя, ну, может, в чем-то есть там доля правды. Не знаю. О! Заметался Паша голубой, глаза были родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелья падки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Не метался по шагу голубой, первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелья падки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне метался по шагу голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщины зелья падки. Рот свой закрой. Мне тебе нравится выйти. Летит глаз лата кариому. Что, дед, я начала петь, блядь, люди вообще к чертовой матери пошли. Я больше не буду никогда петь. Ты пойми, весна нас с тобой разбудит.
И мы с тобою словно чужие люди. Я лечу туда, где от меня ты убегаешь снова к другому. Я сам не знаю, что мне сделать. Ну, помогите мне. Где от меня ты убегаешь снова? Для пустоту оставь прошу. Снова заводим разговор. Посреди ночи о том, как ты. Я забыла, это все мои старые песни, которые раньше в тачке всегда слушала. Я уже давно ничего не слушала из этого, и теперь вот. Слушайте, можете на поездку пойти просто покататься, музыку послушать. Я такая буду ехать, типа музыку слушать. И плакать, я так горько-горько буду плакать. Тебе новые платья, я обожаю их снимать. Всегда на закате. Подождите, короче, мой брат пришел. Шади, ты? Подожди, я на эту штуку закрыла. Ой. А что ты так рано пришел? Я не знаю, что мне рано ушло. Ну что? Тогда сейчас куда-нибудь пойду я. Ну, не знаю, не планировал, просто ресторан пришел, думаю, что это сходить. Не знаю, как хочешь. Сейчас подумаю. Ну, хочу куда-нибудь сходить, что-то на стороне нет. Хочу пойти, может, покататься, музыку послушать. Я обожаю. Чё так рано? Дурацкий вопрос. Чё так рано пришел? Ну, мне просто интересно, почему мой брат рано пришел, просто он, ну, собирался там гулять. Поэтому интересно стало, почему дурацкий. Это если бы был мой муж, тогда это был бы дурацкий вопрос. Почему так рано пришел? А так как это мой брат, поэтому, в принципе, ничего дурацкого в этом нет. Ты не голодный? Ты кушал? Да. Я мог бы взять? Не, я не хочу ничего. Батя уже спит, она набирает... уже проснется, она только утром будет кушать. Тата, это Валера из Белых Хреша. Да, кстати, расскажите вообще, что там произошло, потому что я ни хрена не знаю. Покажи брата, я, кстати, сегодня его уже показывала. Блин, я не могу до кое-кого дозвониться и... С кем я хочу погулять, он что-то не взял сейчас. Блин, жалко. Ну, Валера его типа отмутузил, как я поняла. Я даже удивилась. Ну, не то, что удивилась, хотя Валера сильно оказался. Не, ну я знала, что он сильный, но не в такой степени. Нет, это Валера, не Захар избил Захаряша, его избил Валера, потому что его даже хотели выгнать из-за этого, он мне звонил, и я говорила, что он просто конченый дурак, а то, что он опять влез в эту херню, после Ромашова же его из-за этого выгнали, и это правда, и он второй раз в эту штуку макнулся, и, конечно, я была в шоке, я была такая расстроенная, мне зачем эти проблемы нужны, пускай там сидит. Не знаю, надо ли мне накраситься. Вроде хорошо выгляжу, да? Потому что ничего не надо. Так, надо одеть штаны. Блин, штаны от этого костюма мокрые. Черт, можно феном посушить. Черт, не хочу мокрые. Хочу именно эти штаны, но они мокрые. Ой, смотрите, маленькая я.
Короче, что делаем, что делаем, что делаем? Куда, куда податься, куда податься мне? Почему вот в жизни, кстати, так всегда? Вот с кем ты хочешь? Ой, вот, вот тоже такая вообще сейчас я... Пиздунья, прям, это прям чисто я вспомнила видео, где Безруков играет Есенина, и он разговаривает там с одной дамой, где он в конце поет песню «Вот это улица, вот это дом, вот это женщина, что я влюблен», что-то такое. И там, короче, до этого была строчка, он говорит, вот же в жизни так бывает. Кого типа люблю я, тебя не любит меня, а кого не люблю я, они от меня без ума. Короче, я не запуталась, но там какая-то такая херь. Вот, и я поняла, что то сейчас то, что я до этого хотела сказать, это сказала не я. Это сказал другой человек. А я просто повторила, зачем вспомнила? Вот это улица, вот это женщина, что я люблю. Так, любит Валеру. Нахер мне Валера тебе сдал за какую-то херню? Пишет, конечно, я как родственника влюблю. Мне. Он отец моего ребенка, так за что его любить? Нахер он мне сдался? Я поздравляю счастливую обладательницу. Валерия, блин, украинца. Поэтому я не знаю. Так, что одеть? Ну, в ходе я в этом точно пойду. Но мне надо определиться с Венизом. Вот эта барышня. А, кстати, да, там по-любому барышня. Кстати, я дохрена стихов Есенина знаю. Прям дохрена. Наверное, это единственный стихоплёт. Шучу, конечно. Но, кстати, прям реально его знаю вопрос. Ой, вопрос, скорее, его стихи. Творчество. Так, будешь отвечать на вопрос? Ну, я только так отвечаю на вопрос. Иди погуляй. А куда идти гулять, блин? Монашки. Ты сними ты капюшон. Не хочу капюшон снимать, мне в нем по кайфу. Почему должна его снимать? Чё, как он? Сними капюшон. Ну сними сережки свои, сними трусы свои. Ну что за прикол? Не нравится мне цвет твоих трусов. Одень розовые или красные, там, или зеленые, пурпурные. Что за бред? Нравится мне в капюшоне? Что значит? Сними капюшон. Ты что, блин, мне же 3 года, ты моя мать, что ли? И мы с тобой идем на улицу, и ты мне такая, блядь, на улице жарко, сними капюшон. Или наоборот, одень капюшон. Ну, девочки, ну давайте немножко будем вменяемыми. Но я не ваша дочь, как бы, и мне указывать, одевать мне капюшон или снимать его. Ну, ты вообще бредятина собачья, ну, согласитесь. Да сними ты капюшон, говорит. В смысле сними ты капюшон? Что за прикол? Здрасте, как у вас дела? Вы знаете, дела у меня, в принципе, неплохо. Вот. Вроде как. Злая, не злись. Да почему здесь злая? Да что за бред? Ну, в смысле... Почему здесь злая? Абсолютно обычный ответ. Ничего злого в этом ответе нет. Просто мне указывать не надо, что мне делать. Я как-то сама разберусь. Не маленькая уже. Снимать не капюшон или пердеть в подушку. Мне как-то решу сама. И вот интересно, я еще долго буду смотреть просто тупо на шкаф. И вот чудо должно какое-то, наверное, произойти. Вот если так долго, если я еще так же долго буду смотреть. Я знаю, кому я позвоню. Кстати, знаете что, поставьте мне, пожалуйста, оповещание на мой эфир прямой. Сейчас хотя бы на... Да, ты не узнаешь меня? Зуири. Нет, понятия не имею пока. Левченко говорила, что не может... Ну-ка, расскажите или скиньте мне нарезки, и чё? А что он ее, а за что он ее там прощения-то просил? Чем он там ее обидел? Тем, что она не хотела ребенка принимать или что? Не хочет принимать ребенка, идет.
Все же это прекрасно понимают. Не хочет она принимать. Ну что, тупая, что ли? Ты что, не знаешь изначально, с кем заводишь отношения? Таких баб ненавижу, потом она еще начнет его, наверное, настраивать, раз она так не может принять ребенка, потом она еще начнет его настраивать против ребенка и так далее и тому подобное. Нахер мне это надо? Не, ну я надеюсь, что у него своя голова, конечно, на плечах есть, но я такое не уважаю. Она сказала, что Захарьяш лучше пусть... А за что тогда он извинялся, я не поняла. Я вообще не знаю, я не смотрела ни один эфир, честно, не знаю. Может, посмотреть, с какого там числа надо посмотреть, скажите. Левченко говорила, что Захарьяш лучше в постели, чем Валера. Ну, вообще тошнотворно, конечно. Тогда не знаю, что сказать. Вы в гардеробной прибираетесь? Я вообще не прибираюсь, честно говоря, я вот просто открыла шкаф, тупо на него смотрю, зачем на него смотрю, вообще не знаю, как будто вот сейчас что-то должна какая-то фантастика появиться, когда херак, блин, и вместо мой додыра, или там мистера пропера появится миссис модная феечка, которая у меня быстренько. Извинился за то, что он звонил ее маме. А зачем он звонил ее маме? Игноришь мой вопрос. Блин, я не видела, честно говоря. Левченко орёт больше от Захарьяша. Что Левченко орёт? Я не знаю, я не пробовала. Не могу вам ничего сказать. Короче, я к нему приехала в Ставрополь, он охренел. Так и помирились. Нифига себе, прикольно. Со мной разговор короткий. Она призналась, что влюбилась в Валеру, он извинился. А, то есть сначала она сказала, что у Захарьяша как бы писюн лучше, а потом она поняла, что Валерка все-таки она его любит. Интересно, она ему сначала дала, а потом полюбила, или сначала полюбила, а потом дала? Интересно. Да мне кажется, она хитрая еще та. Ты ревнуешь, о чем мне почему ревнуешь? Мне вообще без разницы, какая мне разница. Слушайте, ребята, вы какие-то глупые вопросы задаете. Мы уже 3 года не живем с человеком вместе. О какой ревности вы говорите? Мы 3 года не живем вместе. Нахер он мне нужен, господи. Вы такие тоже интересные. Очень сильно прям мне хочется... Ну, не знаю, ладно, что отвечать? Даже оправдываться не буду. Хер, тупой вообще вопрос. Да, жить без него не могу. Хочу, чтобы еще раз на моих глазах... Хочу еще раз прожить несчастную жизнь. Это ведь так сладко, прям с ума сойти можно. Как это прикольно. Это же моя мечта, чтобы опять было говно. Ой, какая красота. Но он мне как мужчина не интересен. Он мне не даст в жизни того, что я хочу. И у нас абсолютно с ним разный менталитет, абсолютно разные взгляды на жизнь. У нас все в жизни абсолютно разное. Я его люблю как своего брата и даже не могу представить, чтобы я с ним спала. Это ж противно. Так. Нахрен Винсент, если есть Валерка? Ну я тоже так думаю. В принципе, как бы Валерка тут вообще выигрывает по всем параметрам.
кроме вопросов, где Бетти, как мама, и ты любишь Валеру, где бы. Нереально, вот у них больше нет вопросов. Так, Валера хотел бухать на свадьбу Юли и Игоря. Ну, бухнуть он, конечно, любит. Это, конечно, большая проблема. Как ваш Винстон? Винстон я больше не курю. С чего я никогда не курила. Да, тут есть домашнее животное, да. Единственное домашнее животное у меня дома — это я. По крайней мере, животное я настоящее. Ну что, короче, я пойду, наверное. Сколько я тут уже сижу? Включите все оповещения о моих эфирах, потому что что-то проблема какая-то. Девочка, танцуй. Сейчас такая сяду, наверное. Не знаю, что я буду делать, но приблизительно я так представляю, что я сейчас просто поеду нам кататься на машине и буду ехать такая одна, грустная, одинокая, слушать музыку и плакать. Это, в принципе, усиленно. Это мои планы на вечер, на сегодняшнюю ночь, пятничную ночь. И меня менты остановят, потому что сегодня пятница, они подумают, что я бухаю. А я буду ехать и говорю: нет, я не пила, я просто грустно. И все. Хотя мне не грустно, но мне хочется погрустить. Зачем плакать? Не знаю, хочется какую-то музыку включу, которая под настроение такая будет грустная. И как бы под грустный дэнс все будет нормально. Выпей, позволь. А мне не с кем пить. С кем? Я не с собой не люблю на самом деле пить. Я лучше буду ехать такая в машине, курить сигареты. И думать, какая жизнь боль! Какая я несчастная! Меня никто не любит. И я никого не люблю. И все. Все говно, в любви нет. Искусственная грусть. Да нет, честно говоря, у меня, конечно, не очень прикольное настроение. Я не знаю. Так, будь счастлива, я тебя люблю. Выпей лучше винишко. Не, не хочу винишко. Винишко выпью, еще грустнее будет. Тогда я реально по-настоящему запарюсь. А так музыку переключил, фигак, с грустной на веселый. С грустного дэнса перешел на «Любимка!» Та-та-та-та-та-та-та-та. И все, тебя как поперло веселиться. А потом опять фигак, next music. И сразу опять грустная какая-нибудь. «Я ухожу от тебя!» На-на-на-на-на-на-на. И все. И опять грустно, блядь. Потом опять стынс. Фигак, настроение поднялось. А от винишка будет только грустно. Еще утром будет плохо. Еще будет... Вообще ненавижу даже запах алкоголя, когда вот человек утром просыпается. Тата, ты машину купила, всем интересно, почему не отвечаешь? Да какую машину на радио включу на ногах своих и буду ехать, и буду идти пешочком. Надеюсь, дождь сейчас пойдет, чтобы вообще красиво было. Я такая иду, дождь херачит. Ладно, я уже фантазирую, короче. Нет, ну я сейчас пойду. Короче, я сейчас оденусь, потом запишу сториз. Расскажу вам, куда я пошла. И пошла ли я вообще куда-либо.
потому что я уже 16 часов сижу около шкафа, и до сих пор моя эта фея, модная фея, так и не появилась, чтобы меня как бы переодеть. Все, я выхожу. Там принц на белом мерсе. Так, ни хрена там нету принца на белом мерсе. Они все, суки, на черном. Ты хоть здесь сними, как ты ревешь. Так, но это еще не факт, что получится. Сейчас вдруг весело будет. Сейчас вдруг как фига, как все пойдет по-другому, как все пойдет в гору. Все, 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 я выхожу. Если я сейчас не выйду, я больше никогда потом не выйду. Все, мне надо уходить. Чао, какао. Чао, какао. Какао, какао. Все, целую, чао.